приколист, кикит, пока. Это твой реквизит вот такой, потрясающий лототрон. Зачем ты его открыла? Ладно, ну, в общем, все очень просто. Даня – это сценарист, да, сценарист. И Даня спрашивает у вас, и как же эта штука поможет писать сценарии к российским фильмам? Вот думайте, время пошло, хэ-хэй, ха-ха. Саша, немножко музыку, да, держим темп, ритм мероприятия, такую веселенькую, пока они сейчас... А, вы уже посовещались? Ура! И как же эта штука поможет писать сценарий к российским фильмам? А мы уже, собственно, свой отсняли про Человека-паука. Ну, с помощью вот этой штуки в целом. И как же эта штука поможет писать сценарий для российских фильмов? Любое, что мы не вытащим, стрельнет на РЕН-ТВ. Команда «Все нормально», Геннадий, технический колледж. Дальше вариантики. Ага, спасибо. И как же эта штука поможет писать сценарий для российских фильмов? Ну смотри, если для российских фильмов, смотри, крутите барабан! Подача. И как же эта штука поможет писать сценарий для российских фильмов? Стоп! Серии в одном фильме! Команда Ice Kids. И как же эта штука поможет писать сценарий для российских фильмов? Ну, как обычно. Вот так? Все нормально, Кинолитический технический колледж. И как же эта штука поможет писать сценарий для российских фильмов? Так я в больницу пришла, дайте мои бахилы. Ваня Слюкова. Сейчас все нормально, если что, да? Да, мы поняли, спасибо. Думаешь, переплюнешь? Ну, давай. И как же эта штука поможет писать сценарий для российских фильмов? Ну, как и нейросеть в Америке. У вас же был хороший ответ. Как вы так... Совещайтесь вместе, алло. Да ну, у вас очень все было хорошо, в зачет. И как же эта штука поможет писать сценарий для российских фильмов? Ну как же, хороший сценарий в России – это лотерея. Катюша, да, команда «Продам гараж», а сейчас Ice Kid. И как же эта штука поможет писать сценарий для российских фильмов? Шаг первый – открой эту штуку. Шаг второй – разберемся. Ну, как говорится, разберемся. Даня, спасибо. Жюри тоже разберутся. Ну и, конечно, Виктор. Виктор, мы ждем вас здесь.